Друзья, и так, собственно, прошел примерно час 30, час 35 с момента заселения двух семей. Давайте посмотрим, что произошло за это время локально в этом месте. Итак, убираем. Это первое место заселения, которое вы могли видеть на предыдущем видео, которое попало в прямую трансляцию. Так, семья там, матка пока еще там. Да, вон видно ее. Так. Убираем муравья. Это этот вот, видите, побежал, да? Сумасшедший муравей, зараза. Пытался изведать. Здесь вот кто тоже сумасшедший муравей бегает. В общем, наши там еще живы. Это самое главное. Так, окей. Закрываем все. Сюда вернемся мы завтра. Давайте посмотрим вторую семью, которую в предыдущем видео вы не видели, но увидите позже. Когда мы уже приедем, будем монтировать видео. Где... А, вон, я поставил указатель. Так, между прочим, маток я насобирал, по-моему, 8 оставшихся. Так, ну вот смотрим, давайте открывать. Это вторая семья у нас. Здесь какая-то мелочь чужеродная. Вот, смотрите, ну они уже тут что-то затеяли прям. А где матка-то? А матки-то нет, друзья. Смотрите, они уже переезжают вовсю. Стоп, вот матку я видел, вот она. Вот ты балда, что ты сам бегаешь-то? Ладно, я пока закрою, ребят. Ну, как бы не очень в хорошем направлении пошла матка. Наверняка они там все диалог ведут с друг другом. Поэтому будем смотреть уже завтра. Где они, что они. Подталкивать матку мы в нужную для нас с вами сторону не будем. Но явно где-то вон там. Вон она видно даже, да? Крупная, смотрите, слева, возле ногубки, ага. Сейчас. Слушайте, как эпически снимает iPhone 7 Plus, а? Даже не в формате рекламы. Очень круто. Нужно, чтобы они вон туда, в то отверстие переехали, ребят. Ну-ка, суета пошла, пошла. Я надеюсь, они его найдут. И мальчику туда спрячут быстро. Либо выруют сами по новой. Грунт нормальный, не твердый, поэтому проблем с этим не будет. Давайте еще немножко дам вам картинку. Пробирочка на 15 в данном случае. У них там прямо с расплодом уже носится. Что-то обдумывают, короче. Все, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. Завтра, через сутки мы придем. Смотрите, в это же время прямой эфир у нас будет. Как они, что они, задавайте вопросы. Естественно, лайкаем видео. Популяризируем мир микипрства в обществе. Подписываемся на канал, задаем вопросы, собственно, в комментариях. Ну и как вы думаете, выживут ли семьи? И если да, то обе или одна? Да пребудет с вами тайская матка.